Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про підсумки виборів до Верховної Ради України. З нами в гостях політичний оглядач Юрій Райхель. Пане Юрію, я вас вітаю. Власне, перше питання. Маємо вже попередні результати виборів. Скоріше за все, нічого так глобально не зміниться. До нового парламенту проходять 5 політичних партій. Ще 6 будуть отримувати державне фінансування, тобто ті, які подолали 2% бар'єр. Ваша оцінка результатів? В общем-то, с одной стороны, она была, в общем-то, прогнозируема и предсказуема. Надо отдать должное украинской социологии. Украинская социологическая наука вышла на европейский уровень. Посмотрите, результаты президентских выборов были предсказаны абсолютно точно. Результаты этих выборов парламентских были предсказаны с точностью до 1,5%, это в пределах ошибки нормальной. Поэтому можно сказать, что украинская социология вполне на уровне, по крайней мере, наших западных соседей. Но с одной стороны все было предсказуемо, было понятно, что «Слуга народа» победит с большим отрывом. Некоторой непредсказуемостью оказались арифметические показатели этих выборов. То, что впервые одна партия получила абсолютное большинство. Интересно отметить, что в украинской конституции и в регламенте Верховной Рады этот вариант, он как-то прописан мимоходом. Там в основном говорится о том, что вот должна формироваться коалиция, порядок формирования этой коалиции, временные рамки формирования. И как-то само собой подразумевается, что вдруг как-то, если кто-то получит абсолютное большинство. То есть сам факт этот отдельно не был прописан. Это не означает, что нельзя сформировать абсолютное большинство и, как говорится, быть моно такой фракцией, но это отражает то, что это впервые в нашей такой избирательной юридической практике, и это фактор, который может оказать в дальнейшем определенное влияние на разработку или изменение украинской конституции, потому что это, пусть не непосредственно сейчас, но такая проблема назрела, потому что это требует децентрализации, это требуется целый ряд других конституционных изменений, которые уже назрели, потому что украинская конституция на сегодняшний день – это конституция централизованного государства, который достался нам в наследство от Украинской ССР. Мы уже выросли из этих детских одежд, и нам нужна несколько другая конституция, которая должна закрепить в первую очередь самостоятельность регионов по европейскому такому уровню, так как это сделано у наших западных европейских соседей, как в странах Балтии. И это насущная проблема. Она может быть проблема там 2-3 месяцев или полугода ближайшего, но это очень важная проблема, которая станет перед победителями этих выборов, ну, наверное, летом, осенью следующего года. И вторая проблема, она заключается в том, что сама по себе конфигурация украинской власти, парламентской, она дает несколько вызовов, которые стоят как перед победителями, так и теми, кто уйдет в оппозицию. У нас впервые, ну не впервые, но вот так достаточно конфигурировано, будет образована правая оппозиция в лице партии бывшего президента Порошенко, Европейская солидарность, и, условно говоря, левацкая такая популистская оппозиция, которая будет оппозиционная платформа «За жизнь»,
она будет вбирать в себя те элементы. Партия Шария должна была быть этим глашатаем этого, но не получилось. Ну, до речі, ви згадали, що опозиційна платформа «За життя» буде виступати з певними лівацькими, як ви кажете, гаслами. Але це фактично партія великого капіталу, і, наскільки ми знаємо, соціалістичні, соціал-демократичні партії у нас взагалі не представлені у парламенті. Ви думаєте, що це буде саме ліва опозиція? Ну так, а другої – ні. У нас же нет коммунистов, у нас нет, как вы правильно сказали, социал-демократов, у нас нет левоцентристской оппозиции, поэтому это партия крупного капитала, но она же должна ориентироваться на тот электорат, ядерный электорат, который остался на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Это тот электорат, который голосовал за нее там, в Харькове, в Харьковской области, в Одессе, там в Николаевской, Херсонской, да и нашей области. Пусть это не так много, как там, на Донбассе, но тем не менее такие настроения в стране есть. И они с целью укрепления своей электоральной базы, потому что она растекается, они будут вынуждены будут следовать определенным популистским лозунгам и движениям. И вот это все разговоры, поездки в Москву, чтобы нам снизили цену на газ, дружба с Россией, ну не дружба, а хорошие отношения, назовем это так, с Россией, это типичный левый популизм, который призван, он не будет реализован. И те, кто это провозглашал, начиная от Медведчука, Бойко и далее, они прекрасно понимают, что это нереализуемо в там, обозримой перспективе. Но тем не менее, они этим бравировали, они этим пользовались, они пытались с помощью московских телеканалов и даже самого Путина. Это было очень интересно наблюдать, как в Москве на московском телевидении осуществляли информационную поддержку от самого верха до самого низа вот, этой партии «Оппозиционная платформа» и так далее. Поэтому... Ну а что делать? У нас есть такой электорат, и они вынуждены это делать. Точно так же, как бывший президент Порошенко, его политическая партия, будет вбирать в себя тот праворадикальный электорат, назовем его так, который остался, за, не представляет его, у них нет прямых представителей в парламенте, типа «Свободы» там, и других. И они тоже будут вбирать этот электорат для того, чтобы усиливать свои электоральные позиции. И вот такая у нас будет оппозиция, непримиримая между собой, но крайности, как обычно, сходятся, мы же знаем. И логика политической борьбы, которая немедленно развернется в октябре месяце, после того, как будет сформирован парламент, правительство и так далее, и оно начнет работать, все эти органы власти начнут работать, это немедленно будет сказываться. И мы будем это видеть по результатам голосования в нашем парламенте. При всем при том, что абсолютное большинство понятно где, это первая часть. Вторая часть – это центризм. «Слуга народа». Ну, вони заявляли, що вони є ліберальною партією, лібертаріанською, да, навіть. Так, да. От це вот такий левий центризм. Вот. Ну, не то, що правий центризм, скоріше. Ні, ну ліберали – це все-таки правоцентристи. Так, да, правоцентристи, так. Да. Це, звісно, ще правіє їх голос. У голоса ще більш ліберальна програма. А вот Юлия Тимошенко, я имею в виду ее политическую силу, батьковщина. Да, батьковщина, им придется лавировать в этой ситуации, потому что они либо должны, скорее всего, какая-то коалиция будет. И это будет логично. То есть не однопартійна, вы думаете, все-таки, она... можливо, голос увійде, так? Ну, досить складно уявити, що Європейська солідарність увійде. Ні, це навряд ли. Цього не буде. А вопрос коаліції, він розпадається на такі тактичні моменти. Перше. Коаліція з міністерськими портфелями – це один варіант.
коалиция без министерских портфелей, но с поддержкой в парламенте – это второй вариант. На какой вариант пойдет «Слуга народа» сейчас сказать очень сложно, потому что она же ведь тоже не едина. Сейчас это следующий вопрос, который говорит о будущем этого парламента, потому что сейчас все находятся в эйфории от такой оглушительной победы. А такая ситуация, она когда надо будет реально заниматься делами, она наступит очень скоро. Уже к концу августа мы увидим кое-какие вызовы и проблемы, как на них отвечать. Так вот, как будет решен этот вопрос, пока не очень понятно. Я думаю, что даже у руководстве «Голоса», как они говорят, в команде «Голоса», нет единства по этому поводу, потому что там же тоже разные группы влияния. И последний очень важный момент, который относится к будущей работе этого парламента, это структурированность этого парламента. Она будет находиться не в том, что вот это вот «Голос», другая партия, «Слуга народа» и так далее, о чем мы говорили. Это внутренняя структурированность партии, в первую очередь, «Слуга народа», в какой-то мере «Голоса», потому что у «Батьковщины» эта структурированность есть. Она уже многие годы существует. Ну, 20 років фактично, да, в партии. Да, естественно. И там уже этот механизм отработан. А вот как будет структурирована «Слуга народа», и как она будет голосовать, и как она будет, и самое главное, как депутаты будут ходить на работу. Мы же ведь знаем, одно дело пройти, а потом можно 5 лет не показываться. Мы же такие случаи в украинского парламентаризма, это стандартная ситуация. На жаль. Да, к сожалению. И вот эта структурированность пока не очень понятна, не очень ясна. Потому что слишком разные люди прошли, особенно по мажоритарным округам. Они прошли под лозунгом или под брендом «Слуги народа», но они же не связаны партийной дисциплиной. Да и вообще понятие «партийная дисциплина» для «Слуги народа» – это весьма относительное понятие. До речі, хотілося у цьому випадку запитати про таке. Фактично до парламенту пройшли дві партії – це «Голос» і «Слуга народу», власне, партія влади, ми можемо так вже говорити. І на грані проходження були такі партії, як, скажімо, та ж партія Шарія, та ж українська стратегія Гройсмана, які створювалися, якщо не за місяці, буквально навіть за тижні деякі. Про що це говорить? Це запит на нові обличчя? Це що таке? Я должен вам сказать, что это европейская практика. Партия «Вперед, Франция» президента Макрона была создана за 3 месяца до выборов. Але все-таки там мажоритарная система, и там пришли за рахунок мажоритарников. Да, но там же система какая? Формально она мажоритарная. Но если вас не поддерживает никакая партия, то у вас практически нет никаких вариантов победить. И эта ситуация, в общем-то, европейская. Даже в странах, где существует определенная мажоритарная система, например, в Венгрии, или во Франции, или там в других странах, без поддержки, партийной поддержки, без того, хотя бы того, что вы выступаете от имени какой-то партии, вам очень сложно победить. И эта ситуация действительно запрос на новые лица. Это результаты выборов в Европарламент, это усиление новых, относительно новых партий с новыми людьми в Германии. Альтернатива для Немеччины, вы имеете в виду? Да, зеленые. Ведь на последних выборах «Зеленые» увеличили свое представительство почти в 2 раза. Но все-таки это классическая партия для Немеччины. Она с одной стороны классическая, но с другой стороны она сейчас наполнилась совершенно новыми политиками. Политиками очень молодыми, ну, по европейским понятиям. То есть в Европе, если вам 40 лет, то вы еще молодой. А уж как политик, так тем более. Поэтому это с одной стороны европейский тренд, а с другой стороны чисто украинская ситуация. Кстати, в Польше аналогичная ситуация. А с другой стороны чисто украинская ситуация. Износ политического класса Украины, который, как говорится, правил в течение этих там 25 лет, условно говоря. Украинская элита оказалась недостаточно высокого
высокого качества, чтобы отвечать на возникшие вызовы. Отсюда два Майдана. Что такое два Майдана? Это неспособность политической элиты вовремя ответить на запросы общества. И общество вынуждено было переходить к радикальным действиям, чтобы его хоть как-то эта элита услышала. В 2004 году она не услышала. Потребовался 2014 год со всеми проблемами, которые отсюда вытекают. И она тоже не в полной мере его услыхала. И вот теперь электоральный Майдан. То есть общество перешло к ситуации, когда, как говорится, опрокинута шахматная доска, и есть попытка начать с нового чистого листа. Насколько она будет успешной, сейчас сказать трудно, потому что новый парламент действует в старых условиях. Наскільки я знаю, ви вивчали закордонну пресу стосовно реакції на хід голосування і на попередні результати голосування. Що пишуть про нас? Ну, от, я би так назвав некоторе удивлення. Тому що в Європі, коли говорять, що Європа устала від України, то це не зовсім так. Європа устала від олігархічної і корумпованої України. И вот ситуация, когда появилась перспектива существенного реформирования страны, она вызвала, с одной стороны, определенные надежды наших западных партнеров. Вот, в первую очередь в Германии, вот мне немецкая пресса, английская пресса, американская пресса. Они с некоторым удивлением отмечают вот такой вот, ну, неожиданный для них разворот украинской политической жизни. И вторая ситуация, которую они отмечают, это то, что Украина подтвердила свой западный курс. Определенные опасения в Европе разворота в сторону России – они не очень были сильны, но они существовали в той или иной мере. Особенно этот вопрос обсуждался после победы Зеленского на выборах и некоторой неувязки с заявлениями в команде Зеленского, этими разговорами, что надо там договариваться с Россией и так далее. Они, их это насторожило. Они-то, в общем-то, за то, чтобы договориться, но вопрос, на каких условиях. Теперь стало совершенно очевидно, для них очень важно, что, во-первых, это произошло демократическим путем, что Украина в очередной раз показала европейский характер избирательного процесса без обычных в прошлом у нас там каруселей, подтасовок. Ну, мы же знаем эти все дела. И это определенные надежды они возлагают на то, что на этот раз Украина двинется в сторону глубокого и широкого реформирования страны. Ми вже торкнулися питання майбутньої коаліції, можливо, давайте поговоримо про це дещо детальніше. От ви сказали, що, власне, у нашому вітчизняному законодавстві навіть так детально не прописана ситуація, що може прийти до влади одна партія. Ну, не прийти до влади, а отримати 226 голосів. Навіть згадаємо ту ж партію регіонів, якою була монополія. Їм все одно доводилось домовлятися з соціалістами, з комуністами. Все-таки буде коаліція з голосом? І якщо не буде такої коаліції, якщо «Слуга народу» вирішить формувати уряд самостійно, чи не загрожує це узурпації влади? Ну, така угроза, в принципі, существує завжди, але Україна не Росія, і я, наприклад, к ней отношусь доволі скептично, по крайній мірі, на сьогоднішній день. По поводу возможної коаліції з голосом, це було б желательно. Было бы желательно, потому что и даже какие-то министерские портфели, чтобы были у голоса, потому что особенно в области экономики, финансов и там, реформирования правовой системы, голос более либерален и более правый, чем «Слуга народа».
он более идеологически выстроен, несмотря на свою молодость, казалось бы. Тем не менее, он более идеологически выстроен. Мы очень нуждаемся в идеологических партиях, потому что у нас создалась практика создания партий под определенные выборы, как политический проект. А партии должны носить идеологический характер, потому что они должны выражать интересы определенного слоя населения или слоев населения. И в этом смысле было бы крайне желательно, чтобы голос участвовал в кабинете министров. Ну, как это будет сейчас предсказать, очень сложно, но это, с другой стороны, и был бы дополнительный тормозящий эффект, если кто-то, как говорится, даже в мыслях подумает об узурпации власти. Но тут очень многое зависит от того, какая идеологическая платформа будет выстроена в «Слуге народа». Пока там довольно рыхлые представления о той идеологической основе. И когда Зеленский сказал, что нужно иметь премьер-министра гуру в экономике, и, ну, причому, совсем... щоб він не займав посади, да, до цього прем'єр-міністра, да, був певний натяк навіть, я так розумію. Мені представляється, що це определенна доля популізму, тому що такого технократа, в принципі, можна знайти, не така це проблема, але це проблема не технократична і не економічна, це проблема політична, тому що він має реалізовувати, як прем'єр-міністр і відповідний кабінет міністрів, який буде сформований, он должен реализовывать определенную политическую линию, если хотите, идеологическую, например, в экономическом реформировании страны. Это вопрос политики и политической воли, потому что сопротивление этому реформированию будет не то что сильное, оно будет очень сильное. И здесь очень многое зависит именно от политической воли, потому что очень многое придется ломать самым натуральным образом. Ну, не до основания, а затем, как пелось в известной песне, а очень серьезно. И мы видим, что все попытки реформирования, предпринятые в 2014 году, они ведь, в общем-то, закончились ничем. Именно из-за отсутствия политической воли. Поэтому вопрос не в том, каких технократов мы наберем в правительство. Мы можем набрать самых лучших специалистов, собрать там по всему миру и так далее. Да у нас своих очень много, очень сильных менеджеров и специалистов. Вопрос в том, чтобы была обеспечена политическая подоснова под очень глубокое реформирование страны. Я приведу простой пример. И не надо говорить об экономике. Мы никогда не реализуем экономическое реформирование страны, если мы не изменим принципиально правовое поле страны. Судебная реформа в первую очередь. Если почему не... она может полягать? Она должна заключаться в том, чтобы каждый судья, не надо увольнять судей, это все популизм, каждый судья должен знать, что есть высшая инстанция, апелляционная, которая в случае отмены его приговора или вердикта, он будет нести соответствующее, ну, не наказание, а ответственность за то, что принял неправомерное, неюридическое решение. Такие случаи уже в мировой практике были. Это и Сингапур, это Казахстан, как ни странно это звучит, где высшей апелляционной инстанцией является иностранный суд. Но в случае Сингапура и Казахстана это Лондон. Потому что этот апелляционный суд подкупить невозможно. Высокий суд Лондона вы имеете на увазе? Да, ну, например, в Сингапуре это городской суд Лондона. Там возможные варианты самые разные, не обязательно Лондон. Шведский, ну, это в Европе можно найти. Но самое главное, вот эта ситуация – потому что развращает не коррупция как таковая, а развращает безнаказанность. Если судья будет знать, что он не несет ответственности за неправосудное решение, ничего не поможет. А в этом случае
Ну, я не говорю, что именно так нужно делать. Есть разные варианты. Есть у нас специалисты, которые могут разработать такую реформу. Должна быть политическая воля ее реализации. Изменим правовое поле страны, пойдет поток иностранных инвестиций сюда. Национальный капитал выйдет из тени, потому что он сейчас загнан туда плохим правовым полем. И тогда наши зарубежчане вернутся в страну, потому что начнется рост экономики, будет повышаться зарплата. И зачем работать в Польше, когда можно работать в своей стране? Вот когда мы таким образом, это можно сделать в течение 2 лет, таким образом увеличим рост ВВП страны не на жалкие 3%, а на 9-10%, вот тогда реально каждый житель, гражданин Украины почувствует это по собственному карману. Ну, власне, питання, деякі навіть політичні сили говорили, що вибори парламенту – це є вибори прем'єр-міністра. У нас лишається не так багато часу. Ваші прогнози щодо майбутнього прем'єр-міністра, можливо, ключові міністерства, хто очолить, і щодо голови Верховної Ради? Ну, спікер Верховної Ради вже обозначен президентом. Пан Разумков? Да, скорее всего, это будет так, потому что руководство парламентом «Слуга народа» не выпустит из своих рук. Это меня даже больше интересует вопрос, сбудутся ли, я думаю, что навряд ли, московские надежды, что вице-спикером будет Медведчук. Скорее я колись уже він був. Да. И вице-спикером, першим да. Вице-спикером. Думаю, что этого не будет. Но в Москве очень на это надеются и очень хотят. Это отдельный вопрос, это предмет переговоров с Россией, которые это сложная международная проблема. Что касается кандидатуры премьер-министра, я думаю, что это тоже будет человек от «Слуги народа». Навряд ли это отдадут в другие руки. Будет этот технократ должен, почему он должен быть еще технократом, он не должен иметь президентских амбиций. При всех условиях он не должен иметь президентских амбиций. Он должен знать, что он пришел на эту должность премьер-министра для того, чтобы реализовать вот это, вот это и вот это. Будет он успешно реализовать, он может формировать кабинет под себя. Согласовывая, конечно, с президентом, потому что он же вносит соответствующие кандидатуры. Но это вот это главная задача. Конкретный исполнитель имеет огромное значение. Тут Зеленский не имеет права ошибиться. Просто не имеет права, потому что неправильно выбранная кандидатура будет способствовать кардинальному падению его рейтинга. Ну, трудно сказать, кто будет конкретно. Говорят одни, другие. У меня впечатление, что будет какая-то неожиданная кандидатура. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Рейхелем. На все добре.